Югорчан ждет короткая неделя. 24 июня в этом году специальным указом президента России стал нерабочим днем. Главный парад Победы в Москве перенесли с 9 мая на эту дату. Такое решение приняли в связи с пандемией коронавируса. К слову, 24 июня не является выходным днем, а оплачивается как рабочий. Отмечу, что первый парад в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне прошел именно 24 июня 1945 года. Тогда в торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. Это пехота, конница, также артиллерия и бронетехника. Завершала шествие колонна, которая бросала знамена и штандарты разгромленных немецких войск на землю.